Здравствуйте! Сегодня я предложу вам рецепт сельди, маринованный в томатном соусе. Для соуса 200 мл томатного сока наливаю в кастрюлю. Добавлю 120 мл растительного масла, столовую ложку сахара и столовую ложку соли. Поставила кастрюлю на огонь и при постоянном помешивании доведу до кипения. К закипевшему маринаду добавлю 80 мл уксуса фруктового и чайную ложку жгучего перца. Все хорошо перемешаю. И оставлю при комнатной температуре до полного остывания. Для этого блюда я взяла свежемороженую сельдь, очистила ее от кожи и костей и нарезала небольшими кусочками. Сельдь слоями вместе с нарезанным луком выкладываю в салатник. Сельдь была с икрой, и я икру замариную вместе с сельдью. Остывшим маринадом залью сельдь с луком. Накрою салатник пленкой и поставлю в холодильник на сутки. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. А я желаю вам приятного аппетита и веселых праздников!